Нельзя сюда заходить с 11 утра до 12 вечера. Вот корова, статуя Ганеш. Там скульптура Ганеша. Вот храм четырех религий в штате Махарадша. Мы приехали где-то в обед, в час дня, вообще народу нету. Конечно, такое древнее сооружение. Народу нет вообще, вот наши два байка. Вот такой вот здоровый храм вообще. Нельзя сюда заходить с 11 утра до 12 вечера. Но мы приехали в час дня. Хорошо, пока никто не выгоняет. Конечно, чувствуется, что не туристическое место. Вот такое все старое. Старые такие скульптуры. Ну да, красиво, конечно. Вот там есть статуя всадника. Красиво. Какие-то вот такие вот вещи. Вот такой красивый вид. Вон обезьяны бегают по деревьям. Вон они там сидят. Вон побежали. То есть очень такое интересное место, особенно когда тут нет людей. Вот пока только мы приехали. Ну, действительно красиво. Вот какие-то вот божества. Вот эта дорога идет вверх, храм расположен вверху. Вот она. Красиво. Вот черепаха. Вот какой-то еще очень интересный проход. Вот корова, статуя Ганеш. Там скульптура Ганеша. Вот он. Статуя, памятник корове. Вот в итоге, в конце подъема, вот такое вот место. Вот храм четырех религий в Махарадше. Честно, 3 года здесь как бы зимой отдыхал, но жил и даже не знал, что такое место есть. 30 минут езды от Рамболи на байке. Вот это место называется Джагбай Темпл, если ехать по карте Maps.me. Конечно, офигенно, честно. О, какая-то шапка есть. Кто-то тут спит даже, наверное. Ну, очень интересное место. С другой стороны, внизу тоже какие-то сооружения.